Здравствуйте! Чтобы погода не испортила вам планы на выходные, просто посмотрите небесную канцелярию. Что ожидает, солнце или дождь, расскажу вам я, Александр Азарный. И с нами наш партнер рубрики «Банк ВТБ-24». Экспресс-решение по кредитам для малого бизнеса от ВТБ-24. Оформите прямо сейчас. ВТБ-24. Большое преимущество. 22 сентября, по данным сайта Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается от 8 до 9 градусов тепла. Днем температура поднимется до отметки 11 градусов со знаком «плюс». Малооблачно, небольшой дождь, ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем, в субботу малая вода будет утром в 3 часа 27 минут и днем в 15:53. Полная вода ожидается утром в 10 часов 25 минут и в 22:47. В воскресенье и понедельник временные показатели будут больше в среднем на 45 минут. Завтра Павел Рябинник. Пора собирать рябину. Много ягод предвещает суровую зиму. А еще ветки рябины в доме отгоняют нечистую силу. Астрологи обещают приятные встречи и интересные беседы. А вот влюбленные должны быть внимательны друг к другу. Поэтому проведите больше времени вместе. А будничные заботы, например, уборку квартиры, доверьте спонсору небесной канцелярии «Формула чистоты». И тогда чистым будет не только дом, но и все, что в нем. Выходные будут дождливыми, но теплыми. Одевайтесь по погоде и не забывайте про зонтик. А я прощаюсь до следующей недели. До свидания.